попали ко мне на канал Полина Твини. Наверное, вы скоро заметите, что я немного шепелявлю, потому что у меня появилась пластинка. А все это потому, что я хочу себе очень красивые зубки. А в этом видео я хочу вам показать, как я готовлюсь к Хэллоуину. Но в этом году мы отмечаем его первый раз. Поэтому у меня появилось к вам очень много вопросов. Как вы отмечаете Хэллоуин? Где вы отмечаете? И с кем? Если вы его в принципе отмечаете. Как вы одеваетесь на Хэллоуин? И где вы покупаете аксессуары? Пока я с вами болтала, мы уже пришли. А куда мы пришли, я не знаю. Давайте нам скажет мама. Привет! А мы приехали посмотреть Фикс Прайс. Еще здесь есть какой-то магазин для праздников. Может быть, нам повезет, что-то будет там. Пойдем? Пойдемте! Зашли. Я тут была, кстати. Смотри, сколько всего интересного. А вот мы хотели посмотреть, думаю, что прям нам понравилось. Аквагрим у вас не бывает, да? Есть. Мы решили взять вот такие вот краски. И смотрите, у меня что. Мы стоим, мы нашли шляпу, нашли как вот такие вот очки. Магнитики. Это мы в Фикс Прайсе. Да. Много всяких интересностей. Расчет. Копилка. Ой, копилка. Мама. А мне вот это понравилось. Так клеить прямо на руку и светится в темноте. Также вот такая маска тоже светится. О, Поль, мне кажется, прикольно. А, ну да. Посмотри на меня. Смотри нас. Смотри на Полину. Пугай ее. Ого. На так. Мам. А тут на всякий ступень я тычку. Мамочка. Ты какая? Мам, купишь мне такого? Какого? Вот это купишь? А мне кажется, глаза на пружинках. Она хохочет. Это просто брелочек, что ли? Да. Хихикает. Они за вами следят. Все страшило. Вот, судя всего, мы набрали в Фикс-Прайсе. А вы приедете домой? Я решила показать вам все, что мы купили. А мой, может быть, макияж на Хэллоуин вы посмотрите в следующем видео. Поехали скорее домой! Идет привидение. Качаюсь, а шутка пугаешься. И врезался в стекло, так и дальше. Ну куда ты что? Там уже как раз темно. Вам страшно? Или нет? Включай. Мы уже приехали домой. Давайте же посмотрим, что же мы купили. Начнем со шляпы. Эта шляпа полупрозрачная. Как может быть, и с прикольным рисуночком. Я ведьмочка. Надо еще только метлу.
Вот это вот пакетика была Сашина маска. Вы ее могли видеть ранее. А это набор для творчества гравюра. Хэллоуин 6 штучек. Это, короче, бумажки. На них вот эти вот деревянные палочки вырисовывают всякие разные рисунки. Мне тоже достанется. Еще мне купили вот такие вот черные перчаточки. Прикольные. Прям для ведьмочки. А это тыква бумажная. Ее только нужно разложить. Это к Хэллоуину не подходит. Купили мы аквагрим. Я вам уже показывала. Что же еще купили? Ой. А больше мы не купили ничего к Хэллоуину. Ну, вот так мы еще купили мне. Это зажим для волос. Я очень такой хотела. Мама тоже хотела. Купили две повязочки. Ой, масочки. Это маска для сна, но мы их будем использовать для челленджа. Купили мне декоративный скотч. Я очень люблю декоративный скотч. Купили маршмеллоу. А еще купили мне на друг пластилин. У меня весь пластилин закончился. Ну, оставшиеся купили для мамы с папой. Вот и все наши покупочки. Как я уже сказала, мой макияж на Хэллоуин будет в следующем видео. Так что, чтобы его не пропустить, подпишитесь на мой канал. А также я хочу вам показать то, что мне подарила бабушка. Это глобус. Давайте открывать. Так. Ух ты. Опа. Так. С вилочкой. Значит, нужно подключать к розетке. И подставочка. Давайте его соберем. Это остается вот так. О, все. Давайте пойдем к розетке. Я всегда себе очень хотела глобус. Давайте посмотрим, как он светится. Ну-ка. О. Вау. Я живу где-то... Где-то вот здесь. А где живете вы? Все вы ведь живете в разных странах мира. Мне очень приятно, что у меня смотрится всех концов света. И отдельное спасибо моей бабушке. Спасибо. Теперь я буду любить географию в два раза больше. Ну а на этом, пожалуй, все. Не забудьте на меня подписаться. И не забудьте про Хэллоуин. Всем пока-пока.